вот здесь вот последнее время я и жил. Да, пока не пришел градус и не отправился хейтеров вон на тот остров. Сейчас я вам его покажу. Вон они сидят. Ну что, как вам там? Рай, прости нас, пожалуйста! Да, понятно все с ними так. А это кто еще? Какие-то два новых? Ай, ладно, неважно. Просто пойду сейчас собирать картошку, потому что мне здесь одному идеально. Посмотрите, я построил себе пасеку благодаря тем странным пчелам, которыми я мог управлять. Здесь у меня всякие цветочки, курочка, а самое главное, что один блок никуда не делся, и я смогу его добывать хоть целую вечность. Алмазы! Нифига себе, мне повезло так быстро. Я добыл алмаз, так, железо. Все это мне пригодится, так, кораллы мне, в принципе-то, наверное, и не нужны. Ладненько, так, немного подобывали, этого пока что хватит. 17 костей, так, здесь куча всего, ага. А здесь нам надо достроить домик. Может быть, они здесь что-нибудь припрятали, интересненькое, ну-ка. Ничего себе, куча железа, так, это мне пригодится. Сейчас мы из него сделаем мне броню, так, где оно, вот так вот. Ух, ну что же, жизнь налаживается. Что это только что было? Это ваших рук дело, что вы делаете? Нет, это не мы! Что? О, господи, это еще кто такой? Он что, хочет забрать весь мой мед? У тебя ничего не выйдет. Райм, это бог солнца, не связывайся с ним. Что? Бог солнца? Но тогда почему пошел дождь? Ладно, знаете что, мне не нравится этот чувак. Как же было легко с ним справиться. Так, ладно, что тут у нас выпало? Лик солнца. Что это такое? Я не могу это снять. Черт, видимо, у меня слишком большая голова. Придется ходить так. Получить благословение солнца. Что это значит? О, отлично, дождь прошел. Ну-ка, бам! Что? Что я делаю? Нет, господи! Что это было? Райм! Что? Что у тебя там происходит? Возьми нас к себе! Мы тебе поможем! Да не нужна мне ваша помощь! Нет! Простите, я не хотел, это был не я, это не я, господи. Надо просто пойти поспать, и это все окажется дурным сном. Мой аквариум с рыбками. Где все рыбки? А, видимо, их съел мандарин. Ладно, ложимся спать. Что меня начало бить? Это ты меня начал клевать, да, глупый попугайчик? Ну ладно. Что, не могу пройти из своего дома? Что со мной случилось? Нет! Господи, я стал этим боссом! Не стоило его трогать! Что же сейчас скажут ребята? Ладно, может быть, в таком обличии они будут больше меня уважать, а? И тем более у меня появилась суперсила. Вот такая вот, да, я думаю, это неплохо. Главное, тут ничего не подпалить! А, глупый костер. Рай, это ты? Да, это я. И, слушай, у меня есть идея. Может быть, все-таки вас вернуть обратно? Хотя знаешь что, нет, я все-таки останусь здесь совершенно один. Мне так хорошо было здесь выживать, правда. Теперь я большой, и мне очень удобно передвигаться. Ну, видно, что тебе было хорошо. Сколько ты там нажрался, баба? Капец, ты жирный! Зря я так с ним. Теперь он нас точно свою команду не возьмет. А что бы можно сделать? Кажется, я придумал. Держи эту маску. Притворимся туземцами! Ты думаешь, он в это поверит? Конечно, поверит, это же Рай. Он же шизик. Опа! Кукачага! Так, ну что же, придется увеличить здесь везде проходы, да. Что? Опять какие-то странные звуки! Что там происходит? Мы пришли преклоняться вам! Что? Апельсин. Они думают, что я действительно поверю им то, что они какие-то туземцы? Значит, они меня совсем за идиота держат. Хотя, знаете, это может сыграть мне на руку. О, великие туземцы, и вы что вы от меня хотите? Угачага! Дом, жилье! Мы хотим с тобой дружить! В обмен на то, что вы будете на меня работать! Угачага! Мы согласны! О-о! Да, народ! Наш повелитель! Просто проходите сюда! Ну что же, теперь я настоящий король! Даже больше, я настоящий бог для этих туземцев в кавычках! Но ничего страшного, я знаю им применение! У вас совсем нет блоков, да? Сейчас, секундочку... Угачага! Нет! Сейчас, секундочку...
вот так вот, опа, 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 проходите, проходите, не стесняйтесь. Но если я вдруг узнаю, что вы захотите взорвать мой один блок или же захватить власть, то тогда вам мало не покажется. Все, проходите, давайте, 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 так, проходите. Откуда у туземцев назеритовое броня? Непонятно, так, все, 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 мне сдавайте. Вот в этот сундук замечательный, вот сюда. Угачака, угачака, сдаем, сдаем, сдаем. Давайте, он не должен нас спалить. Что ты там сказал? Ладно, не важно. Угачака, угачака. Первый мой приказ будет такой. Мне, ай, нужен трон из золота. А еще большие проходы, чтобы можно было везде ходить. А то я очень уж большой. Работаем, работаем, угачака. Для этого вам нужна кирка. Идите сюда, я буду учить вас ей пользоваться. Вот ты, вот, да, иди сюда, иди сюда. Ты будешь копать камень, а ты будешь копать у нас древесину. Вот здесь вот стойте, копайте вот так вот. И, в принципе, на это ваша задача закончена. А ты что делаешь? Земляной плод? Ладно. Ваш трон готов, угачага. Это не золото. Ладно, хоть какой-нибудь. Так, соберите урожай картошки. Вот ты, иди собирай его. А я буду сидеть здесь и править вами. Картошка. Стой, 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 это не картошка. Угачага, угачага, угачага. Нет, хватит, хватит, стоп, остановись, остановись. Слушай, вот это вот картошка, ее надо добывать. Вонючая картошка, угачага. Нет, она хорошая, господи. Так, ладно, с пшеницей вроде разобрались. Что у вас тут? Это ломай, это ломай. Ломай, ломай быстрее! Угачага! Ломайте, ломайте, ломайте. Что ты делаешь? Нет, все не так. Ты ломаешь уголь, уголь топором. Это неправильно. Все должно быть наоборот. Вы поняли меня? Бог всемогущий, он все знает. Кланяемся, кланяемся. О, господи. Просто вот возьми кирку и начинай добывать камень. Да не ты, не ты, не ты, не ты, не ты. Вот ты берешь кирку в руку. Смотри, посмотри на меня. И добываешь этот камень. Я понял. Отлично, раз понял, то начинай добывать. Просто берешь руки кирку. Что вы творите? Нет, все неправильно! А, что, черт, нет, 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 нет! Бедные животные! Бог разгневался! Бог разгневался! Бог разгневался! Господи, нет, все не так! Стоять! Все стоять! Все идите к моему трону, сейчас я вам объясню, что надо делать. Бог, вы не будете нас убивать? Нет, конечно, зачем мне это надо? Во-первых, я хочу у вас узнать, что вы умеете делать? Вы, так, смотри, вот ты, скрафти мне верстак. Что? Что ты? Что ты мне скинул? Какие палки? А, нет. Палки, палки, палки. Палки. Палки, нет, нет, нет. Все не так, все неправильно. Стойте. Это вот ты вот, желтый, подойди сюда. Добудь картошку. Картошка зло. Палка, палка, картошка, палка. Сжигать картошку. Картошка зло. Нет, 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 нет. Может, с ними надо как-то по-другому? Знаешь, ты прав, картошка зло. Ее нужно все выкопать и принести мне для того, чтобы я спас вас от великой... картошечной пандемии. О, бог велик! Добывать картошку! Стада! Добывайте, добывайте картошку! Правильно, все правильно! Нужно ее потом будет сжечь в печке. Да, именно так это и работает. Кто меня бьет? Ты что, офигел? Получай, вот так вот. С ними слишком сложно. Этот самый, вот, вот ты, иди сюда, иди сюда. Давай, попробуй, пожалуйста, добыть этот уголь. Картошка бить уголь, а вымбывай, картошка бить уголь. Нет, 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 нет. Никакая картошка. Картошка, это не зло. Дай мне ее сюда, быстро, вот сюда. Положи мне ее. Давай, давай, вот скинь. Все, хватит, 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 хватит. А я взял блок, чтобы бог уничтожил зло. Сейчас я вам кое-что покажу. Так, где у меня тут вот отлично. Вот это вот сюда. Так, у меня тут есть, смотрите. После того, как картошка побывала в печи, попробуй тебе одна, тебе. Вот так вот, о, держите. Короче, попробуйте ее. Осень! Бог нам дал картошка! Картошка сытая, сытая картошка! Мы кушать картошка! Мы жить картошка! Мы есть картошка! Мы картошка! О, боже мой! Господи! Ладно! Знаете что? Все, что я хочу, это золотой трон! Но чтобы вы добыли золото, я не знаю, что надо с вами сделать. Вы должны быть супер-супер умными. Чему бы вас сначала научить? Даже не знаю. Вы как это... Что, как это поднимать? Стоп, что? Бог
золото, чем картошка. Откуда они знают про золото? Слушайте, а мне... Так отойдите, отойдите. Мне нравится здесь. Бог, а вы им бывает доволен. Но мне, конечно же, этого мало. Знаете что? Теперь нам нужно посадить новую партию картошки. И не только. Вот это, например, пшеница. А? Пшеница? Враг, 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 враг! Нет, нет, стоп, стоп, стоп! Пшеница это хорошо, пшеница это хлеб. Хлеб это враг, враг, убить хлеб! Нет, не убить хлеб сейчас, подожди, так, где-то должна быть... Ой, 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 ой... Бог хлеба! Нет, о боже, какая выканаль... Вот этот самый, иди, вот попробуй, попробуй! Это хлеб! Хлеб, Бог дать нам хлеб, святой хлеб, я хлеб, он хлеб, мы поклоняться хлеб! И картошка. О господи, что здесь происходит? Я жениться на хлеб, моя жена хлеб. Какие-то они очень уж странные. Знаете что, из-за того, что я стал таким огромным и мой шлем растянулся, я теперь могу его снять. Но если я его сниму, скорее всего, я стану обычным Раймом. Поэтому лучше пока что он будет у меня. Знаете что, следующее задание. Вам нужно будет достроить вот этот вот домик. Давайте, а я пока пойду немножечко отдохну. Мои любимые рыбки. Ну да, их кто-то сожрал. Кажется, мандарин. Что? Вы что сделали? Мы построим дом, Бог. Какой это дом? Тут был почти готовый дом из дерева и из стекла. Вы сделали... Это просто какая-то землянка. Это не землянка, Бог. Это пещера. Это лучшая пещера. Самая священная пещера. Пещера лучше, чем Бог, а в МББ. Что? Какой-то бред. Знаете что, я, пожалуй, это все нафиг снесу здесь. Вот так вот. Бог плохой, Бог плохой, Бог враг. Что? Бог я враг? Плохой. Издеваетесь? Ай, я ай, ай-яй-яй, получайте, вот так вот, и вот так все, отойдите от меня, черт, что же делать, меня опять предали, как удивительно, черт, нет, надо бежать, надо, тут обрыв. Жертвоприношение Бога, картошка. Что? Нет, знаете что, стоять, я никакой не Бог, опа, Я Райм. Вы же тоже эти самые. Я узнал тебя, ты апельсин, ты ёж. Райм, эти маски захватили наши разумы. Беги! Что? Нет. Помогите! Надо что-то срочно придумать. Как же от них спастись? Так, сюда они точно не доберутся, у них мозгов не хватит. О, господи, нет. Кошка, Бог, помоги нам. Ребята, напишите в комментариях, что мне сделать для того, чтобы выбраться отсюда. А пока что ставьте лайки, пишите комментарии, а с вами был я, Райм, и мои сумасшедшие друзья, которые стали туземцами. Всем удачи, всем пока!